почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Литерева, профессор Вятского государственного университета. Известная китайская дорама, поразительная на каждом шагу, снята по роману «Тунхуа», переведенному в 2021 году на русский язык. Тунхуа признается, что, приехав в Америку, она покончила со старой жизнью, но еще не успела начать новую. И тут ей пришла в голову мысль написать первую главу «По тонкому льду» и выложить ее в сеть. После третьей главы она почувствовала интерес читателей. Книгу она написала, ее издали и сняли по ней сериал. Роман «Поразительное на каждом шагу алые сердца» стал бестселлером. Итак, наша современница, обычная девушка Джан Сяо, попадает в аварию и в результате несчастного случая переносится в прошлое и просыпается в теле 13-летней маньчжурской аристократки Малтай Жэси, которая жила во времена династии Цинь. При этом самой Джан Сяо 25, а тут бах и 13. Прелесть какая! Вокруг невероятное количество прекрасных принцев, которые в большинстве своем испытывают Жэси пылкие или трепетные чувства. Книга впечатлит любителей романтических и нежных историй, разворачивающихся на фоне древнего Китая, с ритуалами, этикетом, особенностью одежды и природы. И так Жэси, обаятельная, остроумная, завоевывает расположение императора Канси и становится фрейлиной. Во время пребывания в запретном городе она влюбляется в Ин Си, ведь она знает прекрасно, что случится с этой династией. Нет, она не пророчица, она попаданка из 21 века. Ин Си должен отказаться от трона, но он не делает этого, разрыв. Теперь в Жэси влюбился принц Ин Джэнь. Дорогие слушатели, это такая запутанная битва с историей, в итоге обессиленная от придворных интриг и предательств. Жэси чувствует приближение смерти и просит возлюбленного императора Инчжэя повидаться с ней, но из-за случайности ее письмо осталось непрочитанным. Жэси ждала 3 дня и поняла, что ее больше не любит. Умирает в возрасте 35 лет, так ничего и не изменив в истории Китая и не став счастливой. 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам: Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! «Дай почитать».